Нина не пришла. Не звонила. Как нет? Какая Нина? Здесь она. Она здесь. Я думаю, что-то случилось. Что? Один, а мы на пути? Полотенчик. Лена, где? Я там тебе пакет поставила. Лен, если ты не подойдет кому-нибудь, тогда что? Заходим, заходим. Заходим сюда, братья и сестры. Трапезную. Ну что, начинаем? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Благослови наше собрание. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но пребывать в истине Твоей. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Батюшка, ждем вас. Читал вам беседу Иоанна Златоуста, и пришло мне на память. Еще. Сколько ты, говорит, отдашь, столько и вернется тебе. Это 60-70-е года было. В то время, а где-то... Говорит, какие разговоры? В то время, чтобы где-то достать Новый Завет, это было невозможно. Там ценили каждый листочек где-то. Мы как-то были в Ленинграде ездили, это был 68-й год. Я, Игнатий Тихонович, матушка, мы только-только поженились. Поехали. И были там, мы зашли в Александро-Невскую лавру, там семинарии. В семинарии там как-то познакомились, матушка там пол в храме помыла. Вот. И нам дали растрепанный Новый Завет, там старенький, мы по листочку сели. Так мы были, как это ну, не высказать, какая была у нас радость, что нам такую драгоценность дали. Вот. И мы в то время услышали, что где-то
в Латвии есть люди, которые занимаются изданием Библии и Евангелия. И собирают на это средства, потому что бесплатно это не сделаешь. Тем более в то время. Это была подпольная типография. И мы собирали. А в то время заработок были, на стройке работали 150 рублей, 170, 180 рублей. Это уже считалось, аккордный наряд берешь, это хорошо. Очень хорошо. И мы ползарплаты отделяли на это дело. И даже как-то не чувствовали, что мы как-то лишены чего-то. Или просто другие были как-то запросы. Или такое у нас, как было, говорится, в то время мы идейные были, что ли. Даже не чувствовали запросто. Это давали, получил я 150, я 70-80 рублей туда. Проходит десятилетие. И сегодня то, что мы отдали, нам это старицею возвращает. Посмотрите, где, негде уже ложить, смотрю, на веранде лежат Евангелия. Пачками лежат, новые, не распечатанные. У меня в комнате есть, я беру вот там коробочку тоже дома. Всяких размеров и это. А ведь думали мы тогда, что это будет? Да нет, даже на это надежды никакой не было. И вдруг сообщают по радио, слушаем там BBC, это тогда слушали это ночью, что типографию эту в Латвии разоблачили и накрыли. Только 40 тысяч Библий, которые были уже готовы к распространению, изъяли. Их всех арестовали там, кто это там, человек, наверное, 20 было, которые занимались. Вот. И всем дали, конечно, сроки хорошие дали. Не менее 5 лет. За это давали уже больше 5 лет. 5 лет, если ты кому-то говорил, там это могли 5 лет дать. А за это больше давали. Понимаете, как время прошло. И сегодня то, что мы когда-то скудно, мало от наших сеяли, Господь нам сегодня воздает 100 крат больше. Вот. И это... Говорит, какие примеры там где-то? Это не это, вот они, примеры-то. Они здесь, свидетели живые этого. Понимаете, как это? Поэтому эта беседа, которую сегодня нам, святитель Иоанн Златоуст, напомнил нам, пусть каждого это коснется. И не думайте, что ты сегодня, если ты оказал кому-то помощь, что это останется как бы никуда. Нет. Если ты не здесь еще, то ты вешаешься у Господа, говорит, из Его руки получишь. Господь скажет, вот, я у тебя брал взаймы. На, получай теперь, дитя мое, раб мой. Вот так вот. У кого есть на эту тему какие-то? Может быть, предложения или что-то? Батюшка, вот у меня, конечно, не по этой теме, но в основном-то вот ближе к этому. Потому что первую Библию, 77 книг, мне подарил человек, который привел меня первый раз на занятия. Это Георгий. Вот Георгий, который меня привел в 93-м году, в 92-м ноябре. Георгий кто, не Заведина? Нет, Георгий... Лаптионов. Георгий Лаптионов. Прошло уже столько лет, с 93-го года прошло 22 года. И вот представляете, в прошлое воскресенье, когда мы поехали, все разъехались, мы поехали, я Галю повезла, Немцову, мы поехали на 35-м автобусе, она вышла, я говорю, проводите, она говорит, нет, я сама дойду, тут мне это близко. И я еду, и я постоянно, я на потоке жила, и я когда проезжаю, постоянно вспоминаю, что мне бы надо к ним зайти. Ну, много лет я ходила, а тут, наверное, года 3 уже не ходила. И вот я проезжаю их остановку, переезжаю на следующую, и меня как ветром прямо раз, вот как будто меня кто взял, и вот я выхожу, прихожу к ним, открывает жена, я смотрю на нее, она говорит, проходи, проходи, что ты так долго не была, тут Юра та ждет, я захожу, Юра сидит в шубе. Шуба вот такая, знаете, когда военная, белая шуба покрытая и шапка. Ну, все натуральное. Я говорю, Лена, это что такое? А он сидит в зале, а она говорит, Люда, он умирает. Я говорю, а что случилось? У него там цирроз печени, у него там все. И он скелет, сидит скелет уже. И он говорит,
А ты сейчас ехала на автобусе, и ты часто мимо нас проезжала. Я тебя звал. Я тебя молился, чтобы ты к нам пришла. Я говорю, ты мог бы мне позвонить, мы с тобой разговаривали даже, ну, в прошлом или позапрошлом году. Он говорит, я хотел, чтобы ты сама пришла. Я говорю, что случилось? Он говорит, я полтора года, пока ходил, два года я уже не хожу, вот дома не живу. Я полтора года ходил, уговаривал священников, чтобы они меня погрузили. Я просто принял, просто у меня было в детстве, ну, там, такое, мочение. И они говорят, иди, не позорься отсюда. И все меня гнали и гнали. Я ему и про Библию, я рассказывала про занятия, про Слово Божие. Не хотели слушать, иди, не выдумывай, ходишь уже, дошел до чего. У него же глаз один заменен, и все такое. И сидит, говорит, что мне делать, ты мне помоги. Я раз, тут же звоню Надежде Васильевне. Надежда Васильевна говорит, я и телефона не знаю, Роман, который крестит всех, которые не погруженные, то есть крещенные, но не погруженные. Никак. Утром я звоню тогда Сереже, говорю, Сережа, Надежда Васильевна, свозишь к Роману после службы? Завтра он говорит, свожу. Утром Надежда Васильевна встает, 7:30 мне звонит, говорит, ну уже помолились они. Людмила, я не могу. Игнатий меня не благословил, сказал, что ладно, у тебя все. Сделали или нет? Короче, привезли во вторник. Сережа его знает, привезли во вторник Романа. Так. Он его, ну, в общем, у нас прошло такая гласительная, прошло служение, так. Потом крещение, потом исповедь после крещения была. Он вначале с ним побеседовал, потом после исповеди, после крещения была исповедь и причастие. Все совершил в это. Приехал в 11, уже полтора закончили. Погружали как? Он воды никак, он я в воду не полезу, мы уже тепленькую и все. Он сказал, 3 этих ведра воды, а потом он говорит, ну что ты уже сидишь, давай ну же. Ладно, он его всего облил, да? Да, а, он ну его все. Всего. Ладно. И он выходит, вы, вот дальше слышите, он выходит, он замерзший весь. И вот тут все такое произошло, мы уехали. Вечером Лена мне звонит, говорит, все с себя поснимал, носки, шубы все поснимал, говорит, мне жарко. Но здесь замерзший, мне жарко. Я говорю, ты поняла, Лена, что дух появился живой в нем. И вот теперь он курил, он я пришла, он говорит, ну я только 3 папироски выкурю. Я говорю, ты что, ты умираешь циррозом печени, 3 папироски? А я пришла через 2 дня к ним, пришла, им нужно на русском, чтобы это, молиться, правильно, он вообще такой уже. Говорит, на русском я хочу. Я привезла уже вечером. Я говорю, Лена, тихо, тихо спрашиваю, он курит или нет? А она говорит, я сама дрожу, ну ни разу. Я говорю, Юра, а ты хочешь? Он говорит, не, я и забыл, я не хочу. Людмила Степановна. Без этого не мог. Резерв на месяц вперед наговорила, садись. Вы когда разговариваете что-то конкретно, вот покрестили, погрузили, а то ты какая шуба, какого цвета шуба, какой воротник, пуговицы какие на шубе. Там жара, 32. Ну так вы конкретно надо к этому, а то ты со сколько... Извините меня, ради Христа. Далеко от этого. Простите меня. То есть я еще напомню такой случай тоже из наших близких, что когда-то сделанное, сказано где-то слово, оно оказывает благодеяние. Мы однажды едем с Игорем Барабашом. И он, по-видимому, что-то, ну обычно что едешь, там нет вроде скорость там превысил. Раз, ГАИ нас останавливает. Останавливает. А мы что-то везли, или дрова, или я не помню что-то. И у меня было, значит, как, сопроводительное. Я сам выписал документ, что везем там это-то. Или муку ли мы везли с ним. Лапкин. Он взял это. Так, Лапкин. Подожди, а Игнатий Тихонович Лапкин, вам кто приходится? Я говорю, как брат мой, а как его здоровье, где он есть? Я говорю, откуда? Так он нам там это говорил, когда-то там где-то, значит, беседу проводил с нами. Ну и давай все. И он даже у Игоря права не спросил, не взял права, только бумажку эту прочитал. Ну ладно, с Богом поезжайте. То есть было сказанное когда-то слово, и это уже расположило его, что у него, значит, что-то осталось там. Он помнит это, он только увидал фамилию Лапкина, сразу хоп, за это уцепился. То есть помните, где-то сказанное даже вами доброе слово, наставление какое-то, оно бесследно не проходит. Вот. Поэтому старайтесь всегда, где есть какая возможность, во время, не во время где-то, вот, сказать людям, показать им путь спасения.
И говорит, скорби, да, скорби. Я дал прочитать, понимаете, наставление, которое мне давал архиепископ, когда рукополагал меня во священники. Каким я должен быть священником? Не занимайся, говорит, человекоугодничеством. И если ты, говорит, будешь идти прямым путем, то недостатка в скорбях у тебя не будет, говорит, никогда. То есть, если нет скорбей, то значит, что-то я иду неправильным путем. А если есть скорби, то это прямой путь. Будут все восставать. Поэтому, да, вот на нас там те-то, кто-то только принимает, что это потому, что они видят, что прямой путь, а им надо, чтобы быть такими, как они там были. Так, ко мне какие вопросы еще есть? Никаких. Когда приедете? Приеду через воскресенье. Так, это у нас сегодня 21-е? 22-е. Дальше будет что у нас? 29 и 3-го. Ну, может быть, я постараюсь два раза подряд, может быть, вам там. Значит, 29 и 3-го там будет только, да? Придется так, наверное. Дома-то я там в любое время со своими поправлюсь. Тогда я 28 и 3-го, значит, по... следующая суббота и воскресенье я жив-здоров буду, то буду здесь. Готовьтесь к исповеди. Через... О, подождите, нет. Еще надо подать, Валерий. Здесь еще и нет это. А? Сейчас будет еще у нас 28. 28. А, так у нас еще только ноябрь. Да. Я же думал уже декабрь. Подождите, я спутался. На 3 января. Так, через воскресенье приеду. Этот раз через воскресенье. Так, это будет. 3 декабря. 3 декабря. Это праздник, значит, вот вход. 4 праздник. Да. Значит, 2-го, 3-го буду чистить. Готовьтесь, значит, к исповеди будет исповедь. Все, пост, спасите. Ну все, продолжайте. Объяви пост субботы. А? Пост объяви, некоторые даже не знают. В пятницу начинается уже пост. В пятницу. Заговорение в четверг. В четверг доедайте все, что есть. Да. Так пятница рыба, что там? Мы жили у бабушки, а они старообрядцы без поповцы. И вот когда начинался пост, то бабушка в начале поста первой все сковородки, чугунки прожаривала на огне. То есть выжигала их, чтобы нигде масла не осталось от этого. Масло или сало, чтобы нигде не осталось. Все она тщательно в русской печи на огне прожигала это. Прокаливала сковороды, чугунки все, кринки. Чтобы не было, чтобы все это очищалось огнем. Вот так строго они. Мы не знали ни Евангелия, ни Библии, не знали. Но никогда мать нам не давала пост, чтобы нарушали мы пост. Никогда этого не было. И мы как-то так это, хотя вот к Рождеству готовили, там в кадочку деревянную сырчики им отдела, никогда не брали. Можно было бы там взять, она бы не заметила, кто считает, что ли. Сырчики это из творога сделанные, как котлетки творожные, со сметанкой немножко там подсластят чем-то, они такие называют сырчики, они намороженные. Мы никогда этого не брали. Поставили всегда, пост всегда совершали. Отец у нас был не очень верен, но за стол молился. Ну никогда он, чтобы там что-то дома всегда, ну если там пригласили куда-то, его там мог выпить и сало поесть, и мясо там. Все. Но дома никогда не претендовал, что давай что-то. Мать сварит такой суп всегда. И отец любил этот суп. Однажды как-то они в Киргизии жили. И мать уехала сюда. Ну, а она остался один. Валя пришла, там дочь наварила борщ, там, заправила, там еще что-то. Он сел ложкой, как говорит, поросенку намешала чего-то здесь. Вот мать сварит суп. А мамка сварит, когда если постный суп, то так, что на дне лежит в кастрюльке, то все видать. И капуста, и картофель. Отец это любил. Перцу положит, красный перец, и хлебает. А то, что там с приправой, там с прижаркой, это, говорит, он даже есть не стал, говорит, намешали что-то, говорит. Уже так привыкли, что пост есть пост. Каша тыквенная, там просто что-то там, хрен с редькой, там с квасом, с капустой намешали, и все. Бабушка прожила 96 лет, на 96-м году. До конца была в разуме. До последнего. Уже последний год плохо ходила. Девки, выведите меня, не выведите ее на огород. Она не могла стоять, ляжет на бок и обрезает лук, там морковку и поднесут, она обрезает. Потом девки перевинят меня на другой бок, они перевернут на другой бок, она, чтобы не отлежать. Она лежит и обрезает, все. Порезала палец, берет землю, поплюет на нее и землей замажет ранку. Так,
Затрет так. Так, продолжай. Братья и сестры, если помните, прошлое собрание мы закончили такими словами. Давайте будем ценить то, что имеем. Чтобы потом нам не плакать то, что потеряли. Сегодня я замешкался, стал позже и тороплю себя, чтобы не опоздать. А потом уже, как здесь перед службой стоял и размышлял. Вот предлагают вам два яблока. Одно яблоко такое сморщенное, сухое, поблеклое, незрачное, а второе плотное такое вот оно. Румяное, сочное. Какое яблоко вы видите? Естественно, второе. Так вот, каким яблоком мы хотим быть? Расслабленными такими вот, как вот это яблоко? Или бодрыми пред Богом, когда у нас есть страх Божий, когда мы боимся обидеть Бога, боимся опоздать на службу? Что у нас есть вот такое условие, чтобы мы не опаздывали, а опоздавшие пишут объяснение, дают пред людьми объяснение, пред Богом. Что вот эта строгость наша нужна, где вы ее еще найдете? Ценим мы это или не ценим? А для того, чтобы быть такими сочными и румяными, нужно что? Бодрствовать, нужно всегда над собой работать. Как батюшка нам всегда говорит, что нужно нудить себя, любить, любить Бога, любить ближнего, любить вот это общение братское наше здесь. Так или не так? Так, ну вот к этому еще раз призываю ценить то, что имеем. Игнат Тихонович, у вас слово. По порядку, что было сказано. Батюшка говорил об издании подпольных книг. Видимо, не до конца знал. Общение-то с ними я имел. Это все делали баптисты. Не православные. Православные какие-то акафисты, молитва, слова иногда издавали. Тоже за это судили. Сказали, что в Санкт-Петербурге, это Ленинград был, будет Библия. И отсюда командированные самолетом, поездом долетели, а уже нету. Вернулись назад, а эти расходы не считались. Одну Библию, один экземпляр, вторично тогда полетели. Через кого? Через баптиста Михалева Ивана Андреевича. Вы знаете, кто это? Это первое. Это вот подробности какие, ну просто необходимые. Стали говорить вот сейчас. Людмила Степановна, просто серьезное замечание. Батюшка трижды, четырежды останавливает и не может остановить. А что это такое? Сама подумай. Я напоминаю один пример. Расул Гамзатов учится в литературном институте. У него плохое одеяние. Нужно купить пальто. Отец заработал. Приезжает, пальто нету. Он на вокзале и говорит, а где пальто? Папа, понимаешь, вот приехал с Ленинграда группа, такая редкая группа, театр, мы с товарищем, ой, как много голова болит. Ты просто скажи, деньги истратил, пальто не купил. Краткость речи – это искусство. Один написал большое письмо и в конце пишет, прости, говорит, у меня не было времени, чтобы написать короче. Кратко излагайте мысли. Я тогда расскажу о большем. Мы вступаем в новый период целой истории. Я сейчас политинформацией займусь. Сегодня утром я потратил на один ролик 2 часа 8 минут. Совет Федерации и Государственной Думы. И с ними все религиозные деятели. И особая молодежная организация, их руководители. Огромный зал. Ну, Валентина Матвиенко председательствующий, тут Сергей Костя Евгеньевич сидит. И по одному дает слово. Первые выступили, видимо, по 10 минут, остальным 5. В эти 5 минут надо войти. Один выходит, приветствует каждого, приветствует собрание, уже потерял полминуты. Выходит мусульманин, четко, ясно каждое слово говорит. Мы вступили в особую эпоху. Перед этим вчера мы даже с батюшкой посмотрели заседание военного министерства, Путин сидит. Речь идет о том, что самолет, который там, где он разрушенный, был теперь определено, что там было зарядное устройство хвостовой части, примерно 1 килограмм эквивалент. И самолет в воздухе так далеко разлетелся.
Все высказывали скорбь погибшим, 242 человека, одна из самых больших трагедий для русского народа. И Владимир Владимирович Путин говорит, эти люди будут найдены. Объявлена премия. Кто? Ну, обычно премия какая там бывает, 50 тысяч долларов. Здесь 50 миллионов долларов тому, кто поможет обнаружить. В любом месте государства, в любом месте земного шара мы найдем виновных, они предстанут здесь. И тут же сразу появляется ролик, этот самый ролик показан. Россия объявила войну Саудовской Аравии, Турции и Катару. Почему? Там объявили джихад России. Кто не знает, что такое джихад? Чтобы я знал, объяснять нет. Что такое джихад? Кто не знает, поднимите руку. Это всеобщая война, которую объявляет мусульманство, ислам. Да это ИГИЛ объявил-то, не сами же страны-то. О чем вы говорите? ИГИЛ объявил, который в Турции. ИГИЛ. Игорь, позволь, я кончу. Это говорит Путин. Ни Добунов, ни Лапкин. Да ладно сказки рассказывать. В Турции объявили войну. Вы что? Еще раз говорю, это люди, которые там говорят. Люди говорят на его выступление. А там 100 километров граница между Турцией и Сирией. Разговор об этом идет, который... Речь идет о том, что там будут бомбить, куда они сегодня стекаются. Вот о чем речь идет. Но не Турцию. Он сказал, в любой точке земного шара они найдены будут. Поднялись сейчас стратегические бомбардировщики. Мы вчера посмотрели. Военное положение с Турцией уже. Да, конечно, нет. Там сказать. Самые мощные бомбардировщики Саратовская область, город Энгельс и дальше Северная Осетия. Оттуда с аэродрома поднимаются и теперь уже не просто там на территории находятся Сирии, а прямо долетают и бомбят до 12 ракет. Показано, как привязывают, там, и это, прикрепляют их. И далее. Бомбят днем и ночью и возвращаются назад. Туда прибывает какой-то огромный корабль, кто он там, авианосец, Шарль де Голль с Франции. Китай присылал своих спецназов. Все это показано. Мимо это никак не проходит. День и ночь идут бомбардировки. И ясное дело, что то, что там делается, это перекидывается на эту сторону. Это сегодня я выслушал, что говорит Совет Федерации, Государственная Дума России. Наша жизнь должна перестроиться на другое. Мы сегодня слышали проповедь Златоуста. Наказаны за что-то. И выступает один за одним. Выступает митрополит Илларион Алфеев. Дают по 5 минут. И ни один человек даже слова не сказал, что за грехи постигает такая кара. Ни один. Как отомстить, как найти. Мусульманин выступает, говорит, мы не этого требуем. Во внутри надо начинать работать, чтобы там у нас не было террористов. Что самое удивительное это. Православный этого не говорит. Дальше события могут развиваться так. Тоже показывают большие куклы. Нигде ни к чему, чтобы дети не прикасались. Они начиненные взрывчаткой. Сколько бы ни было рядом детей, никого не найдете. Научите их, чтобы они нигде с чужим не разговаривали, не подходили. Кража детей. Показано, как из них делают пятилетние с оружием, с автоматами, с ножами. Специальные уроки. Они ничему не учат, а только убивать. 9 лет ребенку дают нож. Плененный офицер и там сирийская армия показывает, как режет горло. Это надо? Они ничему больше не учат нигде. Люди даже не знают, что они кричат. Крах... Амбар. Не крах амбар. Говорят, что разбомбили амбар у них. Это Аллах Акбар кричат. То есть все время прославляют как бы Бога. Плохо бомбят, вертолеты утюжат. Все, выжженная местность показана. Так даром не остается. А правильно ли он делает? Не нам судить. Усилить молитву за президента, за тех, которые там находятся. А они защищают, чтобы они не пришли сюда к нам. Они придут, но уже не в таком количестве. Приучите к этому детей. У нас нет другого оружия, пост и молитва. Просто необходимо осознать то время, где мы живем. В какое время, на какой версии мировой истории. Сколько там погибает, сегодня вся статистика показана. Тысячи вылетов. День и ночь самолеты поднимаются, там на своих, у них в Сирии русские самолеты, вертолеты. И они теперь... Турцы за ними присылают, 4 самолета сразу грузят этих, которые отступают, боевики называются, и в Турцию.
У них идет массовое поступление живой силы. Со всего мира бегут. Ученики со школ бегут. Студенты в России. Речь идет о тысячах человек, которые проникают к ним и дальше борются. Разбомбить Россию. Мы придем сюда. Приведем с собой каждые тысячные войска. Это все выступает и говорит. Самое четкое, это, конечно, президент высказал и Расул Гамзатов. Один выступает, большая рыжая борода, известный он там какой-то Ишим или что-то полутурок-то. И он говорит, мы дадим им всем путевку в один конец. Три дня проходит, уже публикуют, того нет. Кто убил, неизвестно. У этого четкая, ясная программа. Мы ежедневно молимся за Кадырова, Рамзана. У меня от него даже благодарность есть, мы там книги оставили. Я к вам называю, вы возьмите для себя, в молитву включите, детей к этому приучите. Воруют мальчики, особенно девочек, восьмилетних, которых они приняют, тут же друг другу перепродают, по 8, по 10 солдат за один день ее используют. Они выступают, и даже мусульман говорит, это никакие не люди, это шакалы, это демоны, это дьяволы. Это ни в одной религии нигде не было. Самое, можно сказать, эмоциональное выступление в Думе, вот в этом собрании всеобщем, которого вообще никто не помнит, чтобы и Дума, Федерация, все это в одном зале было. Выступление Жириновского Владимира Вольфовича. Он, я считаю, это один из самых умных людей в этой Думе и везде. И он рассмешил и сказал, и кто-то и слезу утирает. Он самые болевые точки сумел задеть. И самое, можно сказать, неправильное... Безответственное или как выступление было у Зюганова. А вот советская власть была, а террора, тогда никто не знал террористы. Так террористы у власти, где они? Они никому не позволят. У исламского государства они пришли к власти, сейчас там никого нету. Однопартийная система у нас была, и у нас не было того, чтобы вот это не было, правильно. Главный пахан стоит если во главе государства. Там ничего другого не будет. Он разве не знает? Десятки миллионов жертв. А много ли это или мало? А вот давайте чуть-чуть посмотрим. Напоминаю одну цифру. 9 лет войны в Афганистане насмерть бились. Погибло 14 700 человек. Для себя в уме запомните. 14 тысяч. За 9 лет. Ежедневно в России 18 тысяч абортов. То есть больше. То есть больше погибающих, чем в афганской войне в 30 тысяч раз. Это как? Это куда годится? Да вот Господь-то и насылает, теперь и дает нам это. А Путина-то как меч Божий выравнивает. Вы знаете, о чем молиться? Не просто стоять. Попутно скажу о молитве. Вы знаете молитву? Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Происхождение ее какое? Когда был крестный ход, в это время вихрь или кто, вот как Вангу подняла, она упала, стала колдуньей. Этого мальчика что-то подняло, он исчез. Куда это процессия, крестный ход, нигде не пишут, в житиях святых. И, наконец, он опускается. И стали расспрашивать, где был на небе, что слышал? Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. То есть ангельская песня. Доказательств никаких. Но церковь приняла, проверили, действительно так. Это ангелы поют. Ну, а мы-то на земле и добавили «Помилуй нас», потому что мы еще грешники. Услышали одну песню. У нас у православных... Нет уважения к Священному Писанию, где написано, притча 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Мы все лжецы. Я спрашиваю батюшку, скажи, молитва «Отче наш» это Священное Писание? Да. Ну, где душу, открывай по порядку, 6 глава, Евангелия от Матфея. А зачем вы туда слова добавили? Какие? Я говорю, ну читай. Избави нас от лукавого. Точка? Нет. Ибо Твое есть царство, Отца и Сына и Святого Духа. Ты так считаешь? Ну давай открывай Евангелие. Ибо Твое есть царство, сила и слава в веки. Аминь. Откуда Отца и Сына и Святого Духа? Зачем прибавили? От страха перед Арием. Не знали, куда эти слова сунуть. Ну зачем в эту молитву вставлять? Этих слов нету. Это Слово Божие. Бог называет лжецами нас. И как будто никто не видит, и так молятся и патриархи все. Зачем? Составьте свою молитву. Это слышал ангельское, поэтому добавили. А эта молитва... Вмонтировано в Священное Писание, молитву, молитву. И к ней мы добавляем. Я для этого хочу сказать, на земле-то почему ангелы так пели «Святые Божии»? Почему они не сказали «Святые Милосердные»? А потому что и милосердие, и они живут в этом, они не падают. Нам нужно милосердие.
А почему не сказали долготерпеливый, многомилостивый? Потому что это нам надо, а они там в безгрешном состоянии. Почему сегодня не составить молитву? Святые Божии, святые многомилостивые, святые многомилосердные, помилуй нас. Понимаете? Нет талантливости в религиозном плане. Надо молиться, чтобы были хорошие составители молитвословов. Чтобы мы живого Бога увидели. Повторяют чужие слова, и дети не знают. Научите их мыслить категориями Священного Писания. Я у них сегодня сказал небольшое слово. Родители, научите детей не отходить от дома. И если чужой перебирается где-то к ним, чтобы кричали, чтобы родители успели прийти. И в разные стороны, говорится, со всех сторон в дом пролазьте. Воруют всех. Сейчас это усилится. Они ищут новые кадры. Воруют и переделывают. И как они переделывают? Ну, там какие-то езиды живут около одного холма. Ну, сколько там? Человек 30 тысяч, наверное. Они туда дошли, эти исламисты. Все у них конфисковали. Дети у них. Но один сумел как-то наладить связь и перекупал этих детей. Ребенок там пробыл 2 месяца, кажется. Пришел домой, ребенку 4 или неполных 5 лет, кажется. И ничего не могут сделать. Он ходит дома и кричит: «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Отец ничего не может сделать. Почему? Его били проводом, там заставляли только. И он только одно ищет, где государство исламское будет по всему миру. Ребенок маленький, других слов нет ничего. Мать говорит, вот уже полмесяца помаленьку стал тише говорить хотя бы. Они учили 4 года, ничего не осталось за какие-то месяцы. Любого заставят мыслить, как они. Говорят, какое-то слово не люблю, зомбирование. Это глупости, все. Это нам говорится. Почаще на молитву. Если не сейчас, то никогда. Ребенок с улицы прибежал, со школы пришел. Ну, встаньте на молитву хотя бы одну минуту хотя бы. Пошел, научите, чтобы в красный угол я поклонился. Родители, благословите, я пошел в школу. Берегите, дороже этого ничего нет. А наши девочки-то, они одеты как мусульманки. Самым благочестивым образом. Они их своими признают. Они их сразу заберут. Приложите к сердцу. Начните детьми заниматься. Усильте молитву за Владимира Путина. За все, что у нас есть в России. Научитесь это ценить. Вот говорят, я вернусь к первому. Библии были изданы. На каждой Библии не издавали, они Новые Заветы. Продажи не подлежит. А их сажали. Ну вот достали Библии, везли в горах Кавказа. Все это высчитали. Навстречу послали КамАЗ, и где гора и ущелье, говорит, там раздавили все. Машину. И Библии шли, пропитанные кровью. Это мы получили, опять же, от баптистов. Насколько достоверно, у меня проверки никакой нет. Но что это было, я сам видел. Хмара Николай был взятый, его мучили, и он умер. И они его в гробу подняли руку, а рука вся опутана, вот это электричество включали, проткнутое, то другое. За него, за то, что говорили, за это садили в то время, а убить убили, это можно было. Неправославные, значит, нам можно подражать очень многим. У мусульман хорошее, самое лучшее, это 5-кратная молитва в день, намаз. Это можно взять. Сохранить девственность девочек до брака, иначе ей смерть грозит. Это можно нам взять? Они для чего-то есть? Они как меч для нас, а для них меч с другой стороны идет. И если мы научимся так мыслить, у нас молитва не будет сонная. Мы будем очень близки к Богу. Мы учим детей в лагере, у нас написано, кто телефон изобрел, кто премьер-министр, кто президент, кто губернатор края. Дети это все знают. И должны научиться молиться. Молитесь за царей и за начальствующих. Отечество в опасности. Был когда-то такой лозунг. Практически это сегодня перед нами. Они ни перед чем не останавливаются. Хотя детский сад в Беслане, мы там были, у нас ролик составлен. Я не мог там говорить. Интервью брал там один, который все это видел. Я не мог говорить. У меня вот в горле как перегородка стояла, я задыхался и плакал. Все их фотографии этих, которых, около 200 детей только убито. И те, которые из спецназа были, их сколько сразу, в первые же минуты, 3 командира было, всех убили, застрелили. Это помнить надо. Помнить. Что это прошло мимо. Но оно никуда не уйдет, оно уже рядом. Я к этому добавлю еще высшую ступень. И может в этом зале сидели те, которые все это организуют. А почему? Да потому что мы знаем мировой расклад истории.
Все народы мира пожелают одного правителя, чтобы не было террора. Спокойно жить. А кто это придет? Антихрист. И сейчас об этом прямо кричат все. Ну дайте мир, как это сделать? И выходит один и говорит, нужно сделать так, чтобы была одна мировая религия. Поэтому между собой так, а кто это будет? Дьявол в лице человека. И сядет в храме, как Бог, выдавая за себя за Бога. Вы научитесь за этим видеть то, что они не говорят. Кто это делает? Это террор не просто так. Это Бог допустил. Чтобы все застонали, дайте хорошего правителя, который даст мир. И он придет на 42 месяца. Мы стоим перед самым-самым большим изменениями. И тогда вот сегодняшнее наше собрание, то, что у тебя дома тепленькая постелька, как ты будешь тосковать об этом? Что не ценил дружбу, друзей, ласку родных. Научитесь за все денно и ночно благодарить. Приучите детей хотя бы на одну ночную молитву вставать. Даже сводишь когда его, если Златоуст говорит, не сейчас, то когда? Ну хотя на одну минутку подними его. Это у него будет в памяти. А как у мусульман? 3 раза на молитву ночью. То есть они заботятся о своих детях и из них делают бойцов. А у нас какие они? Куда пойдут? Вот небольшие поправки, политинформация. 2 часа 8 минут я сегодня просидел, прослушал от начала до конца, увидел, Бога не знают или боятся сказать. Надо смотреть написанное в Библии и как это будет. И это сигналы, чтобы мы каялись, не грешили. Этого не будет. Молодежь наша вот эта вся пойдет сразу под нож. Поставят срок до 50 лет идти туда и все. Это надо просто увидеть. Я дома ничем не занимаюсь, много времени на это потратил. Спасибо, Христос. Как апостол Павел говорит, нам небезызвестны помыслы сатаны. Они безызвестны тогда, когда мы знаем Священное Писание, когда мы размышляем о событиях, которые происходят с нами, которые происходят с нашим государством, с нашим обществом, с позиции Священного Писания, через эту призму. Через эту призму становится все очевидно и понятно. Где мы живем, как мы живем, и как мы должны жить, как мы должны меняться, в какую сторону. Чего ожидать от этих событий? Да, брат? Я просил молиться о наших занятиях, которые проходят у меня на дому, и многие люди в скайпе тоже присоединяются, занятия по изучению Библии. И вот Юлия Третьякова мне прислала письмо, я сейчас его прочитаю, небольшое. Пишет истинная русская православная церковь за границей в России. Причем после буквы В твердый знак и России и одна И с точкой. Адепты секты Лапкина оскорбили жертв Синайской трагедии. Адепты тоталитарной секты Лапкина, больной раком кинолог Сергей Павлович Пупков и бесноватый в кавычках чтец Игорь Владимирович Дыбунов нагло, жестоко и цинично рассуждает о в кавычках невинности жертв рейса А321. Смотрим без комментариев. Ну и ролик «Наше занятие» Морецко и дальше фотографии вот этих вот жертв. Ну и написано «No comments», то есть без комментариев, а сами комментируют. Циничное неуважение и ненависть к погибшим от рук басурман русским людям показывает звериное лицо лапкинцев. Люди, делайте выводы, что такое лапковщина. Секта Лапкина проводит в кавычках занятия по изучению Библии, которые напоминают уроки политинформации советского периода с многочисленными элементами богохульства и русофобии. В этом теперь участвуют по скайпу и лица из других регионов и стран. Это, в кавычках, занятие из прошлого, даны цитаты, прошло 4 ноября 2015 года. Вот его полная запись на канале, то есть ссылка на канале Игнатия Тихоновича Лапкина. На этом, в кавычках, занятии пропагандируется лютая ненависть к православному духовенству и к церкви в целом. Из эмоциональных реплик Игоря Владимировича Дыбунова явно следует, что для него главный и единственный авторитет, а по сути с маленькой буквы Бог,
это Игнатий Лапкин. На 53-56 минутах Игорь Дебунов оплевывает светлую память жертв взорванного исламистами на Синайском полуострове самолета. Из его высказывания очевидно, что он явный безбожник и русофоб, для которого нет ничего святого. На 57-й минуте Игорь Дебунов, бахвалясь, говорил: «Где комментарии под каким роликом на ютубе? Да кто будет смотреть эти ролики? Кому все это надо? Посмотрит пускай на меня. Это все пересылают, и мы поговорим с этим человеком. Кто такой там будет комментировать, посмотрим». Игорь Владимирович, как видите, мы услышали вас. Ждем вашего ответа. Неужели ты такой смелый? А вот знающие тебя люди утверждают, что ты трусливый шакал. Дебунов, тебе осталось только воскликнуть: «Лесисус Шарель, ты действительно типичный Шарли, без роду и племени. И вот таких, в кавычках, зверей воспитали братья Игнат и Аким Лапкины». Прокомментировать, наверное. Комментарий, да. Ну, в первую очередь, то, что ты прочитал, как, кто это написал? Русская права, ну, они себя называют. Да нет, никто, нету, ни имени, никогда нету. Да. Они, их плюс заполняют, их нету. А без имени это не человек, а кто? Собака. Хоть одно слово могут доказать они? Нет. Какой он в кавычках чтец? Он настоящий чтец. А кто это пишет? Судя по этой звериной, как они, злобе, можно легко понять, что это прихожане патриархии, которые часто причащаются. Это их настоящий лик. А что там сказал Игорь? А где, говорит, невинная жертва? Чего невинная? А дальше показывают фотографии, там на площадке танцуют. Там, может, ни одного не было верующего. Речь сошла о том, что назвать рабами-то нужно знать, кто погиб хотя бы. А у них разницы никакой нет. Всех подряд в Афганистане, всех отпевать. Почему они поднимаются? Потому что он изо рта у них кусок вытаскивает. Каждый мертвец – это для них доход отпевать. Вот почему. Другого-то ничего нету. Разве он сказал, что эти жертвы погибли, там правильно? Нет. Ни слова там не было сказано. Речь идет только о том, что не здесь жалеем, а в вечности, как эти люди, когда они сидели в самолете, и ни один не готовился к смерти. Надо научиться готовиться к смерти и умирать. Это великое искусство, болеть и умирать. Этого ничего не было. А они к этому не приучены. Им отпевать лишь бы, это доход. Батюшка ушел? Батюшка. Я его спросил, ты с диаконом, когда ездил на стройку, о чем разговаривали? Ну, в вагоне, когда едут. Ну, да о чем? Ну, диакон только спрашивает, какой доход. В прошлый месяц умерло, говорит, 8 человек. Бог даст, а на следующий не меньше будет. Я вспоминаю всегда Ломоносова, как он говорил. Крестят попы в ледяной воде, чтобы, говорит, сразу получить деньги за крестины и за отпевание. Вот как. И это понятно. Если они так лютуют, значит, мы не такие. Это первое, абсолютно точно. Мы не такие. И мы заботимся о том, чтобы при жизни человек позаботился быть рабом Божьим. А если этого нет, то ничего нет. Они невинны. Невинных, во-первых, никого нет. Все согрешили, все лишены славы Божией. Во-вторых, сказать, что были верующие, никто не знает, а речь шла только об этом. Так что поговорка есть. Кто-то лает, а кто-то идет своей дорогой. Вот. И вот какие слова они, ни одного слова божественного нету. Что-то местописание нету. Вообще нету. На всю Думу государства, на всю Федерацию ни одного слова библейского не было сказано, ни одним. Что еще дальше доказывать? Невинные. Как невинные? Израиль понимал, если приходит Навуходоносор, Иеремия говорит, за грехи наши пойдем в плен. За грехи наши нас будут душить и убивать. А об этом не было сказано ни одного слова. Ни о прикрытии вот эти, что сейчас делают. Это абортарий ни один даже не закроют. Почему не вести, как у них там? Если аборт сделан, смертная казнь. И все. И ни худо, ни бедно, за перестройку подсчитывают 120 миллионов абортов сделано. Это государство убито. Нас бить не надо, мы сами себя уничтожили. Вас, говорит, никто не гонит. Вот и ответ, вот и комментарий. А кому? Лично разговаривать не с кем. Они где-то берут, где-то, ну, а им говорят, да кого вы Лапкина вызовете по скайпу-то, чтобы это... Ну, они говорят, что самоубийцы, что ли? Поэтому они ничего не могут сказать. У них что-то есть, благовестие, нету ничего. У них, они только за нами идут, и сзади вот это как
Один сказал, вокруг нашей колокольни, говорит, бегают, подвизгивают и лают. На своего-то у них ничего нету. Но мы собрание вот не купируем, не вырезаем, так будет вставлено. Пожалуйста. С детей сняли сегодня, что говорил, так оно и будет. Занятие ни одного места не вырезаем, даже полминуты не вырезаем. А здесь вообще никого нету. И наши фотографии, два же ролика было бы у них. А у нас около 4000. 38 томов. В каждом томе 752 страницы. До нас голыми руками можно брать. Тем меня, я про себя говорю, что это я автор тут здесь. И ничего они не сделают. Сегодня не об этом думать надо. Консолидации сил просят все, и федерация, и все, быть едиными. Но едиными добавим во Христе. Если этого нету, я вел занятия регулярно в летном училище, а то тут как школа юнгов, молодые готовили. Я сказал, страна нуждается в героях, смелых людях. Но если без Бога, это банда разбойников будет. Вот и сами решите. Он смелый, сильный. Вчера мне Сергей Козлов сбросил какой-то фильм, я мог бы другим дать, не знаю, эстонский фильм. И как ученики друг преследуют одного, там, Иосифа. Ни за что. И каждый день, чтобы били, чтобы он сказал, что он гомик. Один стал заступаться за него, и ему тоже устроили. Перестревает, и дальше нож к горлу. Теперь пошли на берег, договорились и устроили встречу, как бы. Они не знали, думали друг с другом. В интернет зашли, как бы друг друга вызывать, эти два друга. Весь класс. Отец одному и говорит, ты никому сдачи дать не можешь, ты неудачник в жизни будешь. Бей вот так, вот где сплетение, под это место-то. Он сын согнулся, отец так и ушел, не поднял его. Он это понял. И они на берегу связали нож в горло, и с другого заставляют штаны снимай. А тот кричит, да у него не стоит, в рот бери, соси. Его вырвало здесь, и они ушли. И он тогда понял, что нужно делать. У отца сейф, он раскрыл его, достает два пистолета, винтовку, и с товарищем пришли в класс. Ну а дальше начинается, написано, на документальной основе все основано. Весь класс был против, и они весь класс расстреляли. И договорились так, последний патрон, встали друг напротив друга, и говорят, как три скажу, так стреляем. Ну как три сказали, один-то выстрел, а другой нет. И остается тот, который заступался. Фильм на документальной основе. Да у нас в каждой школе это. Где ни возьми. Вот о чем надо думать, где. У нас эти террористы, этот ислам, то у каждого сидит где-то рядом. Если только не в башке, не в сердце. Вот даже сказал ты, что надо сначала знать, кого отпевать-то где-то. И уже и шакал, и неверующие, и прочее. Это православные говорят так. Мусульмане друг на друга не говорят так. Это православные, которые часто причащаются, исповедуются. Они как бешеные делаются. У меня опыт есть. Так что бойтесь этого. В России всегда причащались не чаще 4 раза в год. 3-4 поста. И так и было. Иоанн Златоуст говорит, не поощряем, не часто, не редко, но готовность. Как ты приготовишься, тогда и иди причащайся. Богу слава. Ну вот, попросил я слово. Коротенько скажу. Господь говорит, ну, еще в Ветхом Завете, что истина проникнет с земли, и правда приедет с небес. Вот истина и правда встретились. Мы знаем уже сейчас, Новый Завет это оказался. И вот еще есть такая пословица, которая говорит, если народ не признает свои ошибки, историю не признает свою истинную, то он обязательно повторит все эти ошибки. Ну, мы сейчас видим, к чему это все идет. Вот те люди, которые вот так вот отвечают, это черносотенцы в свое время. Они за Русь православную, практически они подбили... царя-батюшку, там на колени вставали, пели там эти «Боже, царя храни», когда нужно было выбирать, воевать или нет с Германией. Ну и в конечном итоге, вот куда они привели все эти люди. Мы сейчас у разбитого корыта, и опять все то же самое. И почему мы не хотим поднять вот этот лист и заглянуть? Там же вся правда написана. Почему сразу взяли и... отпели всех, все как бы замуровали. А как можно замуровать? Это вы грязью замазываете стену, которая уже вся разрушена. Зачем вы эту грязь мажете и мажете? Господь говорит об этом. Вы посмотрите, вот они, трещины везде пошли. Возьмите каждого человека. Есть такой фильм, католический фильм. Русские такого не допустят, православные тем более. Называется «Мост короля Людовика». И там... такой мост висячий, в Венесуэле там где-то, это 18 век показывают.
И по этому мосту по 4 человека только можно было переходить. Пропасть большая, там дорога, ну, по кругу вообще сотни километров. А здесь через пропасть легко, раз перешли, и ты уже там дела свои делаешь. И вот 4 человека начинают в очередной раз переходить, там стражники со всех сторон. И в этот момент веревочный мост обрывается. А он крепкий, там показаны такие канаты переплетенные. Уже сколько стоит он. И этот мост, и эти люди падают, там оказывается женщина, там мужчина, ребенок. И начинают, присылают монаха, и он начинает обследовать. Каждого человека обходит всех. Сначала показывают первую картинку, кто рассказывает и вот о жизни этих людей. Один там помощник губернатора показывает. Там, ну, он такой хороший, такой прекрасный, всем помогает, все. Показывает женщина там, она мужа так любит, все, все нормально. Дальше начинает он, там какие-то зацепки, начинает дальше спрашивать. Оказывается, эта женщина проститутка законченная, там куртизанка, деньги получает только за это. Этот губернатор, прожженный там пройдоха, столько денег, все. А все закрыто, казалось, все хорошо. И когда он это все вскрыл, этих людей, и он вывод делает, да Господь уничтожил их просто, и все, на этом мосту собрал. И эти монахи сидят уже. Его быстро это, заходят стражники, только он подал этот талмуд. Вот такой талмуд. Каждого человека, там сотни людей опрошены. И он тайно и за деньги, и там уговаривает все. И он все выспросил. Вот так еще монаха такого сделали. Ну, бритый, конечно, ну все нормально. И его наручники сразу, он, как так? Все же, я все рассказал правду. И он уже перед судом, и сидят уже в тиарах, уже все в темноте. Вот они сидят, уже судят его. Ты что это? Он, так вы меня сами послали. Все под... Ты понимаешь, какой вывод? И что нам делать? Как нам дальше жить-то в этой стране? То есть вообще что, нормальных людей нету у нас, что ли, верующих? Ты... И показывают уже, это, он так смотрит, а уже он начал подкапывать и под них тоже. То есть там все связано было с епископией. Просто до конца уже не показали. И что, эта женщина ходила и к епископам, как бы так уже... И деньги этот губернатор им отстегал, все уже золотом и вот этим смрадом, вот этой страстей, все было уже охвачено. И они его тут же раз-раз осудили, и он уже за решеткой, все. И нету монаха этого. Они просто те, кто вот это вот оголтело там, шакал и так далее. Ну что можно сказать, не видали больших за печкой тараканов еще, мелочь пузатая. Они как даже не детишки, такие злобные есть дети. Которые на улице стоят, там из-за забора, мимо проходишь, они там что-нибудь там тебе такое ляпнут. Ну как вот помните, когда Елисей шел, и они на него, лысый идет, лысый. Плешивый. Ну какая разница, плешивый это вот лысина. И только зашли, а там медведицы, и разорвали всех 42. Вот это что ждет их. Их разорвут на части, их же приспешники еще. Как это было во время революции. Друг друга сначала убивали, потом перегрызли друг друга уже. А теперь все замазали опять, замазали всю историю, опять замазывают. Пытаются немножко как-то еще показать какие-то фильмы. А так вся история опять замазана, и церковь ничего не говорит. И все от церкви зависит. Вся правда, истина, она об этом должна говорить. Бог же эти слова дал священникам, а теперь он хает священников. Да я вообще их не вижу в упор священников. Ну, батюшка наш, конечно, здесь. Это понятно. Но про него и разговора нет. Он тоже, как говорится, попадает в нашу когорту. Поэтому где они, эти священники? Где про... Вот у нас там сидели они когда-то. Четверо, пятеро было. Никто не остался. Все куда-то потихоньку расползлись. Почему? Отец Владимир Суртаев сказал, я, говорит, всю подноготную знаю. Это, говорит, мафия. Ты не представляешь, какая это мафия. Это только, говорит, начни с ними, если войну, тебя задушат. А он сидел в тюрьме, он знает. Его посадили с покладной росчерком пера. И он только потому, что послушал Игнатия Тихоновича. Одну минуту просил. Одну минуту? Да. Да как, я не говорил же, что одну. Он не просил вам, одну минуту. Вам не нравится что-то? Ничего не просил. Я замолк, давайте, вставайте, говорите. Зачем вы говорите, что он просил одну минуту? Зачем? Не было такого. За ложное слово будете отвечать. Вам это нужно? Что здесь неправильно было сказано? Что вам не нравится? Священников обличает, им не нравится. Постоянно это нравится. Скажите, что вам не нравится? Все нравится. А если нравится, тогда слушайте, не перебивайте. Бесконечно, слушайте.
Пропустите человека. Значит, не нравится. Пропустите, пожалуйста. Пророк Иеремия говорит, пророки... Тихо. Пророки пророчествуют ложь, и священники правят посредством всей лжи. И дальше, как бы, ну уж какой вопрос теперь? Теперь давайте суд какой-то, а там не так написано, там написано, и народ мой любит это. Вот они, эти ребята там сидят, которые все это любят. Ложь эту всю им. Интересно, весь самолет и всех отпели. Здорово как. Прям это подъем такой России понесли. Свечки всем и так далее. А показывают фотографии. Вы на фотографии этих людей посмотрите, кто там. Женщины такие, все крашеные, естественно, все. Где там церковные, ну, тогда всех 224 человека вместе с детьми. Вы как у нас, вот поместите фотографию, чтобы все благочестиво одетые, дети там и так далее. Где? Да не будет этого. Что там, община погибла, что ли, православная? Отовсюду народ откуда-то, оттуда. Если бы они поодиночке погибли, никто бы не вспомнил. А тут все вместе, поэтому как-то это культ какой-то России надо поднять, православие. Для меня вот это все безумие самое настоящее. Игнатий Игнатьевич сказал, конечно, что кусок вырвали, но главное, они нашу историю истинную забирают России. Они пытаются всем нам глаза замазать, что вот именно только так. А оно не так глубоко. Как нити только. Посмотрите обязательно этот фильм. «Мост Людовика». И вы поймете. Прям наберите, у кого есть интернет. И вы все поймете, кто это все делает. Главные подозреваемые. Еще есть хороший фильм «Адвокат дьявола». Тоже посмотрите. Великолепный фильм. К нашему времени как раз. Да. Отношение к погибшим, к мертвым. Пришли люди и говорят, Господи, а там башня Силамская-то упала на 18 человек. А мы-то, дескать, остались. А Господь говорит, если не покайтесь, все так же погибнете. Не сказал, отпевайте их все-таки. Ну, у нас не башня упала, самолет упал, разницы-то никакой нету. И дальше, а Ирод-то, люди приносили жертву, а Ирод ворвался с воинами, и кровь, жертву, крови людей. А Господь отвечает, не покайтесь, так же погибнете. Не в мусульманах дело, дело в нас. Вот на этом этапе они должны были быть. Так тут понятно, к нам такая угроза и решение, вот, которое приняла федерация, там, Путин, он, ему право такое предоставлено. Царю-то никто этого права не давал, куда он пошел воевать-то. И там началась Первая мировая война и провалилось государство. В Сербию какую-то там. За кого? Босния. А здесь похожее событие, но далеко не такое. Далеко не такое. Здесь уже какие жертвы с русского населения. Взрывы в метро и чего только тут не было. И Каспийский где только не было. Так что да. Здесь рассуждать нужно очень осторожно. Я говорю не об отпеваниях, а о том, чтобы сейчас никак не судили решение вот этой федерации и прочее. Только молились. А потом, чтобы Бог дал им покаяние. Говорит, и ушли они в затвор. Те, которые принимают неправильные решения. Сегодня все это скрыто пока почти в тумане. Надо только молиться. Ни на какую сторону не склоняться. Ни за красных, ни за белых, ни за зеленых. Нам нужен, Господи, мир, чтобы наши родственники еще познали Тебя, пришли. А погибли, Господь прямо показывает, всех то же самое ждет. Никаких отпеваний тогда вообще никто не знал. Но и говорят о мертвых, говорят только хорошее или ничего. Это переделанная поговорка римлян древних. Они говорили о мертвом, говорят, все или ничего, а то только хорошее. А что хорошее? Он показывает, какой фильм. Начни исследовать. Все говорить надо. И когда показывают фотографии, там ничего нету верующего ни одного. Маленькие дети, ну, такие бы, может, и выросли. Сочувствие, да, есть. О Царстве Небесном говорить надо по Священному Писанию. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Итак, если хотим что-то изменить вокруг нас, то нужно начинать с себя. Если хочешь изменить мир, начинай с себя. Вот видите, какое среди нас брожение, среди нас, которые мы в Священном Писании уже как сколько нас лет склоняют, что через эту призму только мы должны рассматривать себя и все вокруг нас происходящее. И то, сколько брожений. Бодрствовать, это вот как раз показывает, что мы должны бодрствовать над своей душой, прежде всего. Бодрствовать над своей душой и ближних своих. Время очень такое скоротечное и близкое. Близко к тем временам, о которых говорили еще 2000 лет назад. В
скоро конец. 2000 лет назад, а уже сократилось это время, уже вот секунды почти буквально сокращается. И разве можем мы сказать, что у нас один к одному, что вот пойдем мы туда, в Московскую Патриархию, и услышим вот эти рассуждения? Услышим мы об этом? Услышим, как нужно бодрствовать над собой, как помогать друг другу? Один к одному? Вот, которые считают один к одному, уже ушли. И не нравится слышать это даже. Рассуждали мы о ближних наших, о болящих. Вы знаете этот, можно сказать, список болящих. Продолжайте молиться. Продолжайте молиться о брате Сергии, болящем в Воронеже, его матери Татьяне. Слава Ткачев, о котором я в прошлый раз говорил, что он пытается принести достойный плод покаяния о том, что у него были кражи в его бывшей жизни. Он это совершил, он договорился с кладовщиками и сказал, что вот я уже вот сейчас собираю машину, привезу вам все. Они говорят ему, что не нужно этого делать, потому что ты нас обременишь, мы еще должны нести дополнительные расходы, чтобы потом это все утилизировать, создавать комиссию и все прочее. То есть, в принципе, он сделал все, что нужно было. Так что благодарите теперь Бога, что Господь так все устроил. Ну и благодарить нужно Бога за всякое дыхание и за все, что с нами происходит. И за болезни, и за скорби, и печаль, и за все. Да, Татьяна Кузьмична? Я еще только внесу, ну те же больные, много больных у нас. Но сегодня в ночь у нас у Валентины Ильиничны, батюшка, вот хотели мы сегодня, что он поедет ее исповедует и причастит. Угу. Вот готовились к этому. Она ночью встала и сломала шейку бедра. Увезли в больницу, молитесь. Это вот вторая лежачая у нас будет больная. Александра Ивановна у нас, слава Богу, вот вы знаете, батюшка вчера ее причащал, ездил. И они так обе повеселели. Вот, понимаете, вот на той неделе она еще вот умирала. Она умирала в полном смысле слова. Вообще уже не ела, не пила, не лежала, как говорится это. И Валя совсем уже плохая. Там дошла такая. А этот раз вот приехали вчера, они такие оба повеселевшие. Они так прямо это вот причастие. Они ждали его, они так, ну, такие обрадованные. Ну, все, слава Богу. Я хотел тоже поблагодарить всех. Тут у меня этот автомобиль в 12 году взяли, потом через 2 года его забрали. Вот год не было, опять его сейчас мне отдали, автомобиль. Ну, не знаю, то ли ваши молитвы, то ли что, в общем, покупает мне еще новый автомобиль. Уже деньги проплатили, он должен на этой неделе прийти. Патриота такой все, есть. Все лето молились. Новый. Вообще с завода идет. Везут его. Не сомневайся. Вот. Поэтому попрошу. Продолжайте молиться. Ну, я не думаю, что там Ландкраузе придет. Но он же и придет. Но главное, чтобы не было вот каких-то потом. Потому что это, видите, переход с меньшего на большие размеры и так далее. Ну и вообще. Все. Чтобы использовалось для благоугождение Господу нашему, а не к нашей злобе и беззаконию. Чтобы не на зависть кому-то, а чтобы это все, чтобы как можно больше получилось благ. Итак, братья и сестры, побольше благодарения Богу и славословия. Благодарю Бога. Всех, кто молился. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе.
Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Этого моего начальника зовут Владимир. Помолитесь, чтобы Господь дал ему веру. Преснопение и занятия. Небольшой хотя бы. А что молчишь? Помолись.